Ну чё, ребята, сразу же вторую серию сниму. Как мы сами едем. Автомат. Чёрт. Чё? Не понял. Так как это так? О, хрушки, ну, блин. Ну, нужен чекач с этим, блин. Странный грух, хоть угросла его, конечно. Чего? Блин, какой ещё там штраф пишет? Жизнь. Ну-ка, сейчас, что скажешь? Тормоз нажимать, сейчас забываю. Ну, подожди. А груза-то нет, куда ищите-то, я так и не понял. Ага, вот она как. Сведения. Ага, как же я смотрю, это груз, что? Помощь. Не, наверное, помощь, блин. Это не то. А, где накладная какая-нибудь ножа, есть она?
Да, интересная игра, конечно, ребята. Если, блин, если разобраться, как в ней играть, то она очень прикольная. Теперь только на самого себя разгребаться, не пропускать поворота. На ю, по-моему, нажимали. Ну-ка. По-моему, да. Угу, пожалуйста, кросс-контроль. Да нет, я с грузом бегал. Просто почему-то... А, видите, здесь тормоз, ребята. Здесь же две педали. И если кто не ездил на автомате, на настоящем, то чтобы включить переднюю или же заднюю передачу, надо выжать тормоз. Кто не знает, ребята, объясню. Для тех, кто не знает. Так что, блин, ребята, игра мне понравилась. Тут даже на свете, если посмотреть в зеркало, у нас фура немножко это... Тюн-тюн. Телепункается. Все же вот надо было на той машине ехать. Сейчас бы зверушек повезли бы. Посмотрите, как это анимировано. Но, ребята, 5 лайков под этой серией и под предыдущей. Мы с вами... накапливаем, то есть на каждом стриме вводим всякие там, ну, всякий шлак, так скажем, ну, то, что есть, да? А, чё же, так почему? Смотри-ка, на круизе он сразу же, то есть он 79 выдает, несмотря на то, что, то есть автоматически подается скорость, которая должна быть прикольная. Просто чтоб лишний раз тапку не давить, ребята, а то, блин. 79 у нас. 12-я передача. 8 вечера. Подустали, наверное, честно, по времени. О, 5 часов до сна еще. Все нормально. Ну, блин, ребята, игруха реалистично сделана в том плане. В том плане, что мы можем из машины выходить, ребята. Не в ЕТС-ке. Ни в какой игре это не сделано, а здесь это нам функция предоставлена. Эта игра немножко похожа на Truck Logistic Simulator, только там нам надо... Не надо из машины выходить, а здесь надо. Блин, если бы еще грузовики повреждали, здесь вообще круто было бы. И автомобильный ряд был бы хотя бы еще Мерседесы, БМВ... Ой, БМВ, БМВ... Прикиньте, ребята, автозавод BMW выпустил бы грузовик. Ребята, это было бы круто. Блин, микрофон. Сейчас, кстати, еще врежусь что-нибудь. Да, микрофон у меня, конечно, айс, найс. Вот видите, вот исчезала бы вот эта панелька вот так, было бы круто. Блин, эта игруха, блин, вообще крутая. То есть я сделал так, что у меня теперь коробка совсем по-другому работает. То есть я что-то, видимо, там в настройках настроил.
Так что у меня теперь газ это газ, тормоз это тормоз. Самое оптимальное для меня. В кнопках еле разобрался, ребята. Тут черт ногу сломит и в этих кнопках. Так что ехать будем на запись уже. Я не буду останавливать запись. Чем по заправочке хватит, я думаю. Блин, на немножко ниже камера. Вот еще камеру бы, конечно, сделать. Ну и чтобы вверх это... О, в смысле? А, ну все правильно себе. Я думал, уже правильно настроился. Так, что сам, да? А, еще хватит топлива. Угу. Не люблю, когда вмешивается еще запись, блин. Сейчас вернусь. Что за время вождения? Ладно, хрен с ним. Режим вождения. Блин. Так, еще раз. Подожди, что-то я не понял. А как мне ее включить-то, блин? Вы знаете, нет? Пишите в комментариях, узнаю. Время вождения, ну. Подтверждение смены, как это сделать? Что у нас вообще с тахографом? Давайте еще раз посмотрим обучение. А, вот, помощь, тахограф. Ну, тут только по отдыху он показан. Как им пользуются, если не пишем же? А как туда прыгать? Блин, ну, ладно. Ладно. Поехали, мне не до этого, все. Будем злостными нарушителями. Ну и чередь уже. Не, блин. Недоработки есть в этой игре. Есть небольшие недоработки, как и в моем микрофоне. Надеюсь, мы доедем. Без приключений. Вот, да? Это ж... Прямо с повреждением. 5 часов без сна. Мы можем ехать, но, блин. А, я уже проехал, ладно. Отель я проехал, спать мы не будем. Блин, а вот это бесит, что она появляется, конечно, когда... Так что, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну что еще скажу, не забывайте ставить свое мнение в комментариях. Ну и глухо затечет нам, но блин, ну как мы теперь определим, куда мы едем? Почему-то у нас исчез предыдущий наш, а может просто на себя нажать надо? Ну-ка подождите, это я же на нем.
А, я просто на нем был. Ясно. Ну там тут чуть-чуть ехать, в принципе. Ясно, ребята, я просто на своем грани там был. И он, видимо, пока еще груза такого не взял. Может быть, для него надо просто грузить, ребята. Кто знает, пишите в комментах, ребята. Так что вот оно в чем. Ребята, какие плюсы вы видите еще в этой игре? И хотите ли вы видеть стримы по данной игре, где мы будем с вами возить все, что есть в данной игре? От животных до всяких там инструментов, бочек и так далее. Так что... Ладно, вернусь, но уже там будем. Так что, блин, ребята, игра крутая. Музыки не хватает здесь. То есть радиомагнитофона здесь не хватает. Блин, было бы прикольно еще рацию бы иметь в игре, конечно. То есть магнитофон, рация. Что еще есть? Стеклоподъемники можно было бы добавить разработчику. Если, ребята, на Unity, как я думаю, эта игра разработана, то здесь можно было бы и... Модель повреждения грузовика сделать, ребята. Меню, кнопочки, чтобы можно было настроить под себя игру. Берлин. Ну, нам в Берлин, ребята. Мы в Берлин едем. Эта игра чем-то похожа на Евротрак, но... Евротрак, блин, ну ч... Надоело. Ладно, пока пауза, ребята, если что, включусь. Ну это вторая часть, это продолжаем тот же груз, который мы в первой части взяли. Я даже не помню, что мы увезем, кстати. А как накладные-то посмотри, ну-ка. А как наши накладные-то посмотреть, что-то... Автомобиль не надо. А как посмотреть накладные-то, я уже забыл. Как-то я смотрел информацию о грузе, только не помню, ну как. Тут надо. Нет, тут надо. Там может тут логистика. А, ну вот. Логистика. Фастфуд. Что-то вот это вот интересно. 0 килограмм. Это у нас на заправку. Предыдущий. Следующий. Интересно. Ладно. Ну ладно, едем. Капец. Представим, столько так, ребята. Ну, вроде бы в этот раз я в два раза меньше повредил груз. Надеюсь, получим неплохо денег. Плюс еще у нас есть нанятый. И топливо у нас полный бак почти. А нанятым только пришлось бы заправляться. А мы потом купим... Гач и трал еще один такой же под животных, ребят. Но это в следующих сериях, я так думаю, если вам эта игра зайдет, пишите. Это я не мастер писать там то, что в описании, как бы, но я же все-таки стараюсь для вас, время трачу. Я вообще пойду еще спать, должен спать, но, блин, я вторую часть пишу сразу же. То есть я уже первую писал, то есть она у меня уже это монтируется, так скажем, комментируется. Может, какой-нибудь монтажик еще сделаю, ускорение вырезы будет. Надо будет попробовать. Может, что-то вырежу, где-то ускорю, блин, если это возможно. А пока хотя бы, чтобы у меня хоть какой-то материал был. Потому что... А
Почему я тогда дольше больше вышло времени? Это такое же расстояние. Чуть без вас ехать, она 10-15. Ладно. Чуть ехать. А, может быть дождь, потому что я проехал снова. Проехал, нашел базу. И мотылялся как пьяный. Может быть. Еще ехали к этой же. Мы тут сразу же загрузились. Блин, игра такая интересная. Интересно, здесь можно свои тягачи, грузовики покупать, прицепы. Как и тыски, вряд ли, конечно, но блин, было прикольно. А без музыки скучновато в эту игру играть, конечно. Ладно, свое радио включим, нашего Витика, ребята, Цоя. И будем ехать под радио. Кому ж есть такого радио нету? За звуковые паузы, ребят, ну просто выводит, когда мешают снимать. Давайте-ка. Нагрузить будем, когда стримить, когда времени будет много. Блин, игра-то круто. Блин. Не пристаю удивляться игру, но очень интересная лята физика. Ну, кое-что, конечно, в игре отсутствует. Эта графика полностью отсутствует, конечно. На данный момент могли бы и крутую графику бы сделать в игре. Но она, к сожалению, отсутствует. Нам бы как-то в ту позу втиснуться сейчас. У нас она никто не... Ну-ка, нормально втиснулись. Даже уж сейчас перестрою сюда. Язык прикусил рядом там. Самое неприятное. Все, в принципе, поворот мы проехали. Можно вернуться в строй. Фары, видно все. Если я сейчас включу круиз-контроль, то он сразу же будет снижать скорость, да? До 79 километров в час, ну почему? Ты, блядь, дебила кусок или чё? Опять чувствую, не довезем груз, целости и сохранность. Ну, я тоже так пойду. Да, жалко, что здесь кнопочки нельзя запрограммировать, конечно, но... Недоработки. Да, блин, ну чё за... Это исчезало бы... О, у нас это немножко, по-моему, топливо исчезает. Я чувствую, мы эти фастфуды немножко помяли. Чуть-чуть. Не знаю, насколько, но мы чуть-чуть их помяли. Так что, блин, ребята, игра интересная. Жалко, что она, конечно, без мультиплеера.
Было бы интересно в мультиплеер у нее погонять, конечно. И вот это жалко, что не исчезает, когда ты отключил это. Ладно, ребята, будем заканчивать потихонечку видосик. Так что, блин, ребята, если игра вас заинтересовала, понравилась, плюсните это в комменте. Напишите это в комменте. Нам, походу, делаю сюда. Да, приехали вон туда. Ну. Так, давай через через заправку уже проедем. Так, сюда нам на кого-то выгрузится, блин. Считаю, чуть-чуть не в ту сторону. Ладно. Так, медленно заходит случается. Нам туда на колды, нам надо будет 10, это понятно. Так. Так, ну, подожди. Что там у нас? Урос-то целый, интересно, как понимаете. Ну, судя по ящикам, он целый. Бежим. Оп. Можно сойти черик. Ну что, все мы доставили. О, почему расстояние не пишется, ребята? Кто знает, пишите в комментариях. И можно здесь по 2, по 3 груза брать. Повреждение, блин, на 49. Нормально. Сниженная стоимость на 1000. Итоговая стоимость. Итоговая репутация. Ну, в принципе, неплохо мы тут с вами поработали. Ну, ладно. Давайте еще остановимся с вами. Много вопросов. Это как завести машину? Ну, видите, может сменить все так-то. Вот фастфуд. О, кстати, ну-ка, погоди. Надо теперь это брать такого. Ваша, что там? За сотрудничество информацию выполнили работы. У нас 7000 как было, по-моему, ничего не изменилось. Стоимость 3400. Сниженная стоимость, итоговая стоимость 1747. Ладно. Так, а что у нас там сотрудник наш делает, как бы узнать о нем информацию? А, интересно, как о нем информацию узнать? Финансовая. Блин. Логистика. А как? А где он, кстати? А вот он как? А где он едет, интересно? А, ну вот, подождите. А, ну это я себе добавил, да, получается? Ну что, видите? Или что это еще? Блин, ну что я? Подождите, а может он как-то... Можно назначить...
Нет, я тебе могу начать. Хотя, ну-ка, погоди. Это я, наверное. Потому что у нас... А, ну подожди, я тут уровень видел. Вот оно. Хотя смотрите, у нас тоже тогда был вот этот грузовик. Почему-то... О, видите, всё. Понятно, почему мне были свиньи доступны. Потому что я на том грузовике сидел. Вот на этом. Ладно, посмотрим, что он будет делать. Как бы. Вид у нас просто массов. Что такое? Что за меня? Да, ну. Что ты пшихаешь-то? А, не, все правильно. Ну подождите. Что-то с игру суетилось, ребята, походил. Смотрите. А ну. Блин, только пора. Да, какой-то баг в игре. Реально. Поехали поищем место для ночлега, конечно. Не, здесь есть ника. А вот здесь что-то, конечно, крепко. Просто интересно, если мы сейчас сделаем это в ростке, по-моему, это ну-ка. Ну-ка, что делать, ну-ка. Давайте посмотрим, что будет с этого. А мы привычим за себя, к примеру. Ну-ка, подождите, как мы тут гараж ехать-то? Сейчас нафиг не сюда и... Чик, подобавить.
смысле. Ладно, в принципе, правильно едем. Так что, блин, ребята, будем заканчивать, да? А, о, все, у меня ка появилась. Ее просто было не видно на карте. Ладно, ребята, все. Спасибо за просмотр. За ваши комменты, лайки, подписки. Кто подписывается на мой канал, конечно, огромное спасибо. Пишите в комментариях вообще, какова эта игра. На мой взгляд, она очень интересна, если ее продумать, проработать, профиксить, исправить мышь, потому что вот, по идее, вот сейчас она вниз должна быть, когда я вниз, а когда я вверх, она вверх, соответственно, ползти должна быть. Ну, как в ЕТСке, как в всех этих симуляторах. Может, это в настройках это можно исправить, конечно. Кто знает, пишите в комменты. Стрим будет уже скоро. Чтобы обратный свет, конечно, рулю бы сделали, чтобы он у меня не особо грелся. Ну, на грузе какой-нибудь завтра повезем. Аварийка работает, поворотников почему-то нету машины. Только вот руль. Г это, ну, тахограф, как бы, настроечки все эти, да? А, все равно в городе там, по-моему, база есть, только ближайшие. Да, видите, наполовину игра русифицирована, то есть тут что-то непонятное. Написано Тимен. То есть частично она русифицирована, частично она не русифицирована. То есть это стрим будет через несколько часов. Оба. Что такое? Сотрудник закончил маршрут. В смысле? И чего? А где наш гараж-то? Вот она, штаб-квартира. А, да ну, ну, господи. Где он? Что здесь струнника не вижу. Ага. А это, ну, что-нибудь такое? Это у нас гараж или что это вообще? Ну, это штаб-квартира. Берлин. Угу. А, вот он, подождите. Ну, что он делает тут? Как бы вот тут прям... Ладно. А, вот же у нас. Хрюшки-то, блин. Автомобиль здесь очень дорого стоит. Пересесть, сменить водителя. Да. Нет, такой дебил какой-то. Да.
Это понятно, по маршрутам. Подожди, а как совмещать? Интересно, подожди. Давайте-ка, знаете, что сделаем мы сейчас? Мы сейчас с вами... Так. Только как это выглядит, у нас будет интересно. Так, давайте-ка на себе только пересядем. Так, вот здесь у нас что есть. Угу. Так, а вот здесь... Что-нибудь... Подожди, вот давайте возьмем, к примеру, фастфуды. Примеру. Это отсюда. Ну, это у нас есть в ту же сторону. Ну, чуть дальше придется проехать. И, к примеру, вот это. Ух ты. Ребята, так это все крутяк. То есть мы сейчас, смотрите, можем загрузиться сначала. Поедем, давайте сначала заедем, наверное. Так, куда бы уж сейчас загрузиться-то? Вообще крутяк. Да, сначала давайте в Росток заедем, загрузимся. То есть это у нас вот сюда, да, груз. Это у нас с этой базы, да, груз. Это у нас вот сюда, значит, да, груз. Так. Блин. Так, ладно. Блин, темно, конечно. А у меня фура-то закрыта, едем-то. Ну ладно. Так. Еще раз. Это на скорую прямо сейчас. Прямо и сюда. Видите? Да, лучше сначала это загрузить, потом туда. Сейчас прямо едем. Прямо через это, через это. Ну ладно. Клокин. Тайм, надо спать, надо лечь, наверное. Ну, блин. Думаю, мы немножко опоздаем куда-нибудь, но... Сейчас сначала заедем, загрузимся. И на этом видосик закончим, ребята. Продолжим нашу данную двойную уже доставку, ребята. В следующий раз это будет стрим, если вам эта игра понравится. Так, стой. Вспоминаю сфера санавации. Так, ну, все налево. По-моему. Да? Все правильно еду? Да, все правильно еду. А когда вот много грузов берешь, конечно, сложно вот ориентироваться. Разворачиваемся там, бум-бум-бум. Так, еще прямо, короче, все прямо покажу. Просто есть таковой мини-карты-то нет, то вот только вот такая. Но по ней тоже много чего не поймешь, куда ехать. Еще приходится общую карту включать, но ничего страшного. Думаю, грузом мы доставим. Хотя, подождите, стоп. Не, неправильно, раз... неправильно думаю. Сначала надо в ту базу заехать. Да. Все неправильно спланировал, ладно, поехали. Так, нам надо место для поворота найти. А вот это здесь. Вези, это вроде можно развернуться. Только есть зря. Целлеру тратим, время тратим. Да, я немножко неправильно подумал, ребята, но. Ладно, мы сейчас развернемся. Так, ладно, здесь развернемся туда. Так, сейчас прямо едем. Прямо, короче, туда, где буква В. Потому что это у нас будет последний пункт. Сначала поедем через Росток.
то есть чтобы нам не путаться в грузах, то есть сюда мы потом заедем. Напоследок заедем туда. Так, а мне предыдущую жизнь помнить, когда поедем с ним. Так. Да, все прямо ехать, отлично. Ну, это круто, что можем... Это, видите, что-то мало-мало брал грузов, а сейчас там мы взяли целых два груза. Так. Так, сейчас... А, сейчас просто поедем до перекрестка, да? Блин, игра круто, ребята. Эта игра чуть-чуть лучше Евротрака. Потому что в Евротраке мы только взяли свиней, допустим, из... Нет, даже не свиней, допустим, а помидоры из, там, Лондона. Везем их в Ливерпуль, к примеру, да, допустим. А здесь мы, к примеру, сейчас взяли один груз из одной базы. Что-то мне сомнение. Так, я сняла, скоро надо будет. Один груз взяли из одного места, другой груз из другого места. И в разные города везем. Но это же как-то интересней. И то есть у нас... Тут у нас разные грузы. Тут надо продумать, как грузиться. Вот я сейчас немножко ошибку, чего не допустил. Хорошо опомнился. Сейчас я налево где-то наоборот поворачиваю. А, на том перекрестке-то, наверное. Почему опомнился? Потому что мы же сначала-то в Росток поедем. А раз едем в Росток, значит Росток должен быть последним загружен. То есть в первую очередь там у нас эта база загрузится, это у нас не в Росток с ней, правильно я понимаю? Синенькая же у нас не в Росток, нет, не в Росток. О, он уже смотрите, как он вроде. Блин, надо было ему отсюда задать груз, ну ладно, он пусть в Росток едет тогда. Угу. То есть мы сейчас вот эти везем с вами грузы, блин. То есть сначала сюда грузимся. То есть сначала вот в Киль сначала грузимся, а потом в Росток. Вот, как бы, здесь надо поменять. Да. Так, вот она, да, наша база. Загрузимся ночью, блин, он, конечно, сейчас прорыв гонит. Что-то я не подумал. Угу. Так, где наша база? База. Что ж, это здесь не должно быть. Вот она, да, наверное. Заезд здесь, скорее всего. Блин, туда. Блин, опять туда ехать-то, ё-моё. Да, мышка вот, конечно, неудобная здесь сделана. Так, ладно. Так. Где наши фастфуды? В город Киль. Блин, ребята, я жалею, что я давно не купил. Блин, столько бы стримов по ним можно было бы замутить. Мышка. Вот тут, ну, все, вот я вниз накранил, вверх накранил. В смысле? Рядом с открытыми есть. Сейчас голову их не забудь закрыть. Так, нивелируем. Получаем груз. И закрываем. Это вообще выспится на сгруз. Один груз мы загрузили. Ну, теперь, в принципе, вот так и поедем. Ну, в принципе, мы правильно все сделали. Сейчас, значит, у нас сюда и сюда. Ну, все, поехали. Так, степ-газ, как обычно, забываю включить. У нас просто... Так, сейчас главное ехать очень аккуратно. Потому что один груз мы уже загрузили с вами. Ну, это уже мы будем больше иметь денег.
Если мы побьем по пути, ну, конечно, ребят. Так что желайте мне удачи. И чё, ребята, 2-часовых ролика, это уже как почти как 2 стрима. Ребята, если вам эта игра реально занравилась, то пишите все в комменты. Потому что здесь сами боты бывают врезаются, вот. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. А, блин, надо было испорнуть. Мы хорошо не проехали. Так, едем по навигатору. Так что, братва, лайк, подписка, коммент. Пишите в комментариях, как вам эта игра. Почему-то вот мышка странно себя ведет. В кабине она по-другому ведет себя. А в этом самом она... О, кстати, ну смотри-ка, сейчас эта хрень-то. У нас сейчас этот баг. Баг-баг-баг-баг-баг. Оба-на. В смысле? Ребята. Мне это показалось, или мне только что щелкнула фотокамера? Ребята. Сколько я не ездил. Сколько я не нарушал ПДД. Камера не работала. А тут что-то, по-моему, рядом в этой игре недоработки есть. То камера работает, то они не работают. Так что будем ездить аккуратно. Лучше нафиг не надо нам этого. Да, значит, скоро будет. Может, это, конечно, все по мере... Не знаю, короче, что это надумать, как это надо объяснить вам, ребят, но этот феномен не объясним. Можете вот все 2 ролика посмотреть. Меня нигде не штрафовали за то, что я превышал скорость. Я ехал, блин. Фу. Как поворот здесь, конечно, чуть-чуть. Так, что ли? Так. А как я смотрел? А, это надо... Ну-ка, подожди, сотрудники. Так, он у нас есть, ну ладно. День второй? В смысле, день второй? А куда день первый сейчас? Так, стоимость. Прибыль. Ну что, 2000 уже прибралось, то хорошо. Ну, подождем. Так, ну это поизучаем. Прибыль. Стоимость. Ликвидильность. Прицеп. 2 автомобиля. 1 прицеп. Ну-ка, что там? Да. Вот такой у нас автомобильчик. А, все, поехали. Да, нам поехали. Значит, скоро будут и штрафы за нарушение ПДД. За скоростной режим уже камера нас фиксирует. Подожди, мы хоть не проезжаем нашу базу, да? Нет, подожди, это она рядом уже. И это она уже рядом должна быть. А, вот здесь она где-то. В закутке в этом. Припаркуйте грузовик. Контрольной тачки. Подкиньте грузовик. И здесь местами рядом написано, что делать нафиг. Но... Так, блин, я по-моему так заезжаю, ну ладно. Немножко подредактирую. Так. Так. Так, немножко. Немножко
правее. Нам нужно идеально запарковать. Чуть-чуть сейчас вперед сдать. Ну хорошо. Пока на ручник тачку поставим. Конечно, круто, потому что если надо вырезать, блин. Так. Походу, нам скоро спать придется ложиться, но... Кляксу убираем и такой оп-оп-оп. Фастфуды, да. Что у нас здесь? Ну-ка, давайте-ка отъедем. Так, отъедем немножко вперед тогда. Ладно, ребят, на этом закончим. Смотрите, у нас уже, по-моему, будка. Ничего себе, тут можно нагрузить. А давайте иначе сделаем. Тут же еще где-то одна. Где-то еще одна база я была. Это не база. Али одна база, что ли? Подождите. А, вот, еще отсюда может что-нибудь сделать. Так, в ту же направление я бы что-нибудь. В то же направление есть? Нет? Есть. Чуть-чуть дальше, по-моему, не кивили. Фонарики. Давай еще фонарики возьмем. Да, там как раз. Блин, надо было. Вот знал бы, что эти фонарики можно было бы вообще классно сделать. Ну ладно. Давайте еще фонарики возьмем. Так, а откуда они? Так, я не понял. Чего? Так, это... Подождите. Так, это у нас сюда, это у нас что? Не, все правильно. Доставить сюда надо их. Получение здесь, а доставить сюда. Все правильно. Ну, поехали. То есть вот сюда нам надо все их. Так, возьмем все их. Тогда двери закроем. Так. Тут так надо, да, нам бывает ближе-то. Или что-то вообще не мог понять. Или все-таки нам наоборот отсюда. Да не, все правильно. Ну ладно. То есть сначала едем сюда, потом едем в Киеве, потом в Гамбург. В принципе, нормально. Распорядок у нас получился с вами нормальный. Главное еще успеть это все забрать. Так, у нас, смотрите, 11 тонн, что-то у нас 11%. Так, она. Так, вышло откуда? Здесь, по-моему, да, нас вышло? Ё-моё, какая ночь-то. Пойдём, что? У нас вот эта база получается. А, налево что? Нам проще сейчас налево уйти, да все. Блин, темно так, конечно, мощно. Ну ладно. Я думаю, мы его довезем уже ряд этот груз на стриме. Весь. Так, я здесь поворот был. Да, здесь нам надо повернуть.
Ну, видели, только что случилось что. Так, я хоть фуру-то закрыл, по-моему, да? Да, будка закрыта. А прикинь, сколько мы можем просто грузов набрать. Ну, главное, чтобы примерно по одному маршруту ехать. Как это круто будет, ребята. Целая будка будет у нас. Это мы просто сейчас... сейчас немножко еще и поворачиваем. Я просто еще не освоил с этой картой, ребят. Поэтому будем запоминать с вами. Так. Вот здесь. Тихо. Так, где-то здесь, да? Господи, ну так неудобно, конечно, но ладно. Так, едем дальше. Да. Просто если на карте не помнишь, как они выглядят все эти, да, база, вот она, наша база. Так, припаркуйте грузовик, хорошо. Так, опять надо дверь открывать, чтобы быть заранее. Блин, у нас, конечно, уже ночь, ребята, глубокая в игре. И в жизни ночь. Так. Ну вот так вот этим она реалистична, ребят. То, что здесь надо, блин. Выходить из машины. Открывать двери. Сейчас. Со скрежетом двери открываются, блин. Ну. Так. Подъезжать к складу. Ну да, конечно, сбоку. Блин, опять заглушил мотор. Думаю, мы нормально подъехали, ладно, хрен с ним. Эту хрень берем, новую хрень. Все, фонарики мы взяли. Теперь надо отъехать и закрыться. Так. Сцепление первое передачи, так сказать. Ладно, ребята, вот на этом реально мы закончим. Смотрите, у нас уже много грузов. Так что мы это уже на стриме с вами проведем. Здесь это у нас. Так. Продолжить компания. Как будет сохраняться? Если я выйду, он сохранится, тест. Если ничего не жал. Ладно, здесь у нас сохранится. Вот так. Ну все. Что-то вот это не 39, что такое не 0. Ну ладно. То есть наш уже лонги. Значит, мы сначала едем фастфуды. Подожди. В смысле? А, фастфуды мы сюда везем. А, так это хорошо даже, ребят. Фастфуды мы сюда везем. Угу. А в Гамбург мы что-то везем. В Киель. Мы в сам город заедем. Тоже на заправку. Тоже фастфуды. Тут фонарики. Короче, два фастфудов и фонарики. Интересно. То есть тут можно список на охрененный взять. Прикиньте, у нас будет это вот. Прикиньте, у нас это вот так. Вот так. Вот такой прицеп будет. Либо такой. Либо вот такой. А он 28 килограмм. Это просто трындец будет.
Надеюсь, наш сотрудник нам будет прибыть принести где-то хорошо, если так будет. Всего. Но мы уже прибыли, у нас сейчас будет охрененное. Так что, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну, это мы с вами завтра пойдем. Давайте, всем.